По приглашению республиканских и городских властей нашу республику посетил заместитель генерального директора «Интерфакс» Николай Касьянов. Как прошла встреча, какие вопросы обсуждались в нашем следующем репортаже. До встречи с главой Чувашии Николай Касьянов успел проехаться по столице республики. Гость был поражен красотой и развитой инфраструктурой Чебоксар. Удивляет масштаб того, что было сделано и в Чебоксарах, и вокруг города, но в первую очередь в самих Чебоксарах. Во-вторых, удивительно, интересно, точно, я бы сказал, с большим вниманием отнеслись к сохранности той исторической части. Целью визита стало обсуждение дальнейшего развития информационного пространства в республике. Как отметил Николай Касьянов, самое главное – это человеческий капитал. Привлечение специалистов и создание необходимых условий должно стать приоритетным, а технологии развития уже существуют и эффективно используются другими развитыми странами. Мы при желании тоже можем их использовать. Ну и Чувашия занимает свое очень серьезное и мощное, я бы сказал, место. Я бы сказал, что в Поволжье это одна из ведущих вообще информационных таких ленточек в большой поволжской информационной ленте. И самое интересное, что здесь вот именно информация отсюда из Чебоксара и из всей республики, есть огромные резервы для роста. Республика, несомненно, займет одно из первых мест по федерации, не просто по объему информации, а главное по качеству ее. Как отметил представитель «Интерфакса», встреча в целом получилась продуктивной. Главное, обозначено направление. Теперь нужно только работать. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика.